Сейчас большинство кишечных инфекций острых связано с вирусами. Среди них норовирус занимает не последнее место. То есть особенно при определенных ситуациях, которые, во-первых, вот сезонность имеет значение, да, это зимний такой вот осенний период или переходной период. Вот. Во-вторых, определенные условия, которые ограничивают, когда в ограниченном пространстве довольно долго находятся люди, и друг с другом вот они тесно контактируют. Это способствует, да, поскольку вирус чрезвычайно, ну, агрессивный в смысле контагиозности, то достаточно там одного человека, чтобы распространить на носителя, ну, инфицированного, чтобы распространить среди других и вызвать вспышку какую-то. Угу. Вот, наиболее часто это бывает вот на лайнерах, круизах, это все время вот обсуждается, люди едут, плывут, и вот у них там вообще это как бы закрытое пространство, и вот возникает. Это вода может быть, но в основном и контактно-бытовой путь, ну, фекально-оральный путь. Но чисто в пище, вот как тут вот звучало, это крайне, ну, маловероятно.